Здравствуйте, Виктор. Вот хочу вам показать этот ресивер. Он у меня, так сказать, как условно рабочий, потому что у него вот не работает FM-диапазон. Если подключить на AM-диапазон антенну туда и, соответственно, переключиться, ну, там будет станции какие-то ловить, шум будет, все как бы, ну, только там станций очень мало. Вот, но он у меня как бы продается как усилитель. Но сейчас мы его просто послушаем. Переключаем на SD, сейчас ставим диск, так, ставим на CD, где-то на 9 часов. Выходная мощность у него 2 по 50 ватт на нагрузке 8 Ом, на 4 Омных будет уже побольше чуток. Переключатель есть 4,8 и 8,16 Ом на задней панели. Ну, а сейчас просто послушаем, как звучит. Все у нас, видите, тембр нулях, это он компенсация. У нас просто выключена, скажем, она здесь регулируемая. Вот. Если будет пульт, то здесь моторизованный, можно регулировать громкость, будет красиво крутиться этот потенциометр. Он моторизованный, сам поворачивается, и вот этот светодиод будет подмигивать. Вот. Ну, это как бы такая функция всем известная. Ну, давайте послушаем. Сейчас будет играть диск у нас еще раз. Мы сейчас скажу вам, что у нас... Ага, Белла Сонос. Группа, 2000 год. Итак, поехали. Thank you.
Spiritualism, meditation, and love. Ну вот, на этом, пожалуй, закончим. Как видите, звучит, как я написал, осязаемо вполне. Ну, как бы, качество усилителя очень хорошее. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания. До новых встреч.